Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня доширак, точнее биг бон, самый обычный, мой любимый, с курицей. И еще я решила рискнуть и ради разнообразия купить себе копченые крылышки в супер остром соусе. Они просто очень острые. И для меня это, наверное, будет такой челлендж, смогу ли я съесть острые крылышки, причем так много. Вот я немножко попробовала, я была в шоке. Но я смотрю корейских мукбангеров, и они едят такую острую пищу, что я подумала, а чем я хуже? Так что давайте пробанем. Вообще, я заметила крылышки. Не бывают не острыми. В KFC тоже. Я говорю, можете дать не острые. Они говорят, таких нету. Есть очень-очень острые, есть чуть-чуть менее острые. Здесь то же самое. Курицу можно взять не острую, а вот крылышки обязательно острые. Да, это нечто, конечно. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Давайте немножко расскажу вам про свое детство, если вам интересно. Каким я ребенком была? Я была очень-очень спокойным ребенком, была очень умной. И где-то, наверное, до 5-6 лет жила с бабушкой в деревне. Мои родители переехали в Россию. Бабушка, значит, переезжать не хотела. А одна она оставаться боялась. Как бы мои родители оставили меня с бабушкой. Можно сказать, где-то до школы меня воспитывала бабушка. Внушала мне все самое лучшее. Именно, наверное, из-за этого я очень сильно люблю свою бабушку. Как остро. Я помню однажды, бабушка мне рассказывает, я тоже так мельком помню. Мне, наверное, лет где-то 6 или 5. Но я помню. В то время автобусов и такси, которые едут из нашей деревни, было вообще очень мало, практически не было. Поэтому нужно было очень длинный путь идти пешком. Либо платить бешеные бабки. И мы с бабушкой должны были купить ковер. Поехали в Хачмаз. Это как бы город. Я как бы родилась в деревне, и мы с бабушкой жили в деревне, а это был город этой деревни, такой небольшой городок. Ну, в общем, то есть мы пошли туда. Сначала по длинному пути, то есть длинный путь – это дорога, по которой едут машины. И она как бы более безопасная. Но бабушка предложила идти по лесу, но там получается идти совсем, совсем немного идти. Бабушка говорит, да ладно, пойдем по лесу. И в общем я, 5-летний ребенок, бабушке сделала замечание. Я говорю, лучше уж будем идти 3 часа, но зато по нормальной дороге, а то этот лес непонятно что там. Может, нас ограбят. Или мы встретим какого-то медведя на дороге. И, в общем, я бабушке предложила идти длинной дорогой. Я говорю, я готова идти, мне не трудно. Я не устала. Но давай не будем, говорю, рисковать. Идти по короткому маршруту, очень опасному. И бабушка эту фразу, наверное, запомнила на всю жизнь. И когда речь идет про меня,
Бабушка всегда говорит, вот помните Айке, когда было 5 лет? Она сделала мне замечание. И мы с ней пошли по короткому пути. Ой, наоборот, по длинному. Но зато безопасно, зато не через лес. Мало ли что, в этом лесу даже есть волки. Так что не то, что люди могут что-то тебе сделать, а больше, наверное, голодные животные могут растерзать. Не дай бог, конечно. И после этого предложения бабушка всегда говорила, что я ставлю тебя в пример всем своим внукам. Хотя я в роду почти самая мелкая. То есть что, ребята, я с детства была очень продуманной. Такие острые я прям не могу. Мне кажется, бабушка среди внуков больше всего меня любит. А вообще, я не понимаю, как бабушка может идти через лес, потому что бабушка сама рассказывает мне историю. Когда бабушка была подростком, у нее была тетя. Были уже потихоньку военные времена, и как бы в стране был общий голод. В то время телефонов не было, только телеграммы. И к ним, получается, к бабушке приехала тетя. Ну как тетя? Жена, получается, дяди. Тетя, получается, правильно? И эта тетя жила очень-очень бедно. Муж был на войне, хозяйство и все дела. А у бабушки, получается, у ее мамы был пояс с золотом, и она продавала это золото, и они как-то жили. И у них было все. Но по стране вообще был ужасный голод, потому что была война, фашисты и все дела. И, в общем, эта тетя приехала. И они ее встретили, естественно. Она, в свою очередь, начала жаловаться на жизнь, вообще на состояние семьи. Что кушать нечего. Нету даже хлеба. И бабушке, моей бабушке, получается, прабабушке, да, ей стало жалко свою невестку, и она решила ей положить как можно больше гостинцев, сделала огромную просто сумку. И она была настолько рада, благодарна им. Естественно, дорога выбиралась короткая, потому что такими сумками идти по длинному пути очень сложно. Поэтому она пошла через лес пешком. Естественно, в то время транспорта не было. Если и было, это было очень дорого. Могли себе позволить только городские, чиновники и все дела. Ну, в общем, бабушка не парится, тетя уехала, все отлично, живем дальше. Проходит неделя, и через неделю приходит почтальон. С телеграммой. Телеграмма от ее детей. Они спрашивают, почему их мама до сих пор не приехала, почему она осталась. Нам сложно без нее, отправьте ее обратно к нам. Бабушка, значит, в шоке. Как говорит, не приехала там. Мы ее отправили давным-давно. Она должна была приехать. И они говорят, что нет, никто не приезжал.
Ну, в общем, решили ее искать. Что вы думаете? Нашли ее тело спустя 10 дней. У нее, получается, отобрали все продукты. Это сделали люди, а не животные. А в то время люди были почти как животные. На все это подталкивал голод. Я не могу, как остро, это прям ужас. У меня сейчас пар из ушей будет. Ну, в общем, оказывается, по дороге домой на нее напали грабители, отобрали у нее все продукты. И что, ее убили, и она, получается, как это по-русски, я даже не знаю. Ну, в общем, в лесу бывает такая штука, откуда идет вода. Ну, в общем, она была рядом с этой штукой. Как по-русски, не знаю. Ну, в общем. В общем, в лесу нашли ее тело. Просто шли по этой дороге. И самый прикол, что по этой дороге шли и другие люди. Никто не обратил внимания, что там лежит труп. И никто не решился пойти рассказать там полиции, хотя полиция этим даже не занималась, потому что на дворе была война. Потом после ее смерти бабушка взяла своих внуков, и они уже жили вместе с моей бабушкой, да, получается. Сначала им не сказали, что мама умерла, сказали, что мама тоже на войне, там готовит кому-то что-то. Вот, а потом уже, когда они повзрослели, им рассказали, что произошел вот такой вот несчастный случай. Да, реально сложные времена были тогда. Бабушка, когда рассказывает, у меня прям слезы наворачиваются. Я реально не могу, это очень остро, я наелась. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Эка Эмили.